Почему я хочу объяснить разницу? Дело в том, что Испания оказала громадное влияние на Россию во время войны. Да, потому что испанские офицеры как бы сражались в рядах Красной Армии, как бы, ну и безусловно преподавали. Я уйду вот сюда, то я могу и вот сюда нанести удар для того, чтобы забрать палку. Да. Вот. Если удар будет такой вот, горизонтальный, да. Я могу и отсюда забирать. Я могу отсюда. При толчковых ударах, да, где-то я его здесь... Движение, которое выглядело как реальный бит. Поэтому с такой силой, для того, чтобы не чувствовать, каким бы был этот удар, если бы мы делали это... Кабальера, она не нужна. Он не нуждается в такой технике. Его задача побеждать. Да. В такой технике нуждается другая служба. Ahora una combinación de parada y gol. Bravo, maestro, bravo.